Hari Hari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare. Doti Jana Valabha Girivara Dhare Gopijana Valabha Girivara Dhare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihar Gopi Jana Valabha Girivara Dhare Gopi Jana Valabha Girivara Dhare Ashura Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Valabha Girivara Dhare Gopi Jana Valabha Girivara Dhare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Nitai Gora Chandra Nitai Gora Chandra Nitai Gora Chandra Jaya Nitai Gora Chandra Prabhupada, 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 Jaya, Jaya, Prabhupada. Shri Jagannathi Baladev, Shri Mati Subhadra, Ki Jai, Shri Nitai Gaura Chandra, Ki Jai, Shri La Prabhupada, Ki Jai. Нитай Гур Преминанди, Хари Хари Бол. Вся слава собравшимся преданным. Грантарад Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупад Ки Джай. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы продолжаем читать восьмую песню Шримад Бхагаватам, глава 19. Господь Ваманадева просит подаяния. Текст 11-12. Итак, 11 текст. Сатан никитам парим рисья шуньям. Сатан никитам парим рисья шуньям. Никитам парим рисья шуньям. Апашьямана купито нанада. Купито на надо, а пашьямана купито на надо. Кшам дьям дишахам виваран сумудран.
Кшамам джамдишак дикшакам виварам сумудран Вишнум вичинватна дадарша вирах Вишнум вичинаван дадарша вирах Сатан никетам паримрище шуньям Апашьямана купито на надо Кшамам джамдишакам виваран сумудран Вишнум вичинвам нададарша вираха Кто-то? Желающие? Нету? Давайте. Та-там парим ришам шушуньям Апашьямана купито на надо. Кшам дьям дишах как квиваран самудран. Вишну вичин вам надо дарша вираха. Перевод и комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Увидев, что обитель Господа Вишну пуста, Хираньякашипу бросился на поиски Господа. Разгневанный тем, что не может увидеть Господа Вишну, он громко закричал и стал искать его по всей вселенной. Он обыскал всю землю и высшие планеты, обошел все стороны света, пещеры, моря и океаны. Однако при всей своей несравненной доблести Хираньякашипу нигде не нашел Вишну. Здесь нет комментариев, прочитаем следующий стих. Апашьяни тихавача маян виштам идам джагат бри братирхамы гатонунам ято нивартате пуман. Не сумев увидеть его, Хираньякашипу сказал, я обыскал всю вселенную, но так и не нашел Вишну, убившего моего брата. Судя по всему, он удалился в то место, откуда не возвращается. Иначе же говоря, он, наверное, мертв. Комментарий его божественной милости Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Атеисты по большей части исповедуют философию буддизма, которая гласит, что смерть всему кладет конец. Хираньякашипу, будучи атеистом, тоже придерживался такого мнения. Поскольку он нигде не мог увидеть Господа Вишну, он решил, что Господь мертв. В наше время многие исповедуют подобную философию, заявляя, Бог мертв. Однако Бог не умирает. Даже обыкновенное живое существо, частица Бога, никогда не умирает. Наджаиты мрияты вакадачим. Для души нет ни рождения, ни смерти. Так сказано в Бхагавадгите 2.20. Даже обыкновенные живые существа никогда не рождаются и не умирают. Что тогда говорить о Верховном Господе, главном из всех живых существ? Он и подавно не рождается и не умирает. Аджопи сьяна вейатма. Бхагавадгита 4.6. И Господь, и остальные живые существа, нерожденные и неуничтожимые личности. Поэтому Хираньякашипу, думая, что Вишну мертв, явно заблуждается. Слова «Ято ниварта те пуман» указывает на то, что духовное царство безусловно существует, и что живое существо, попав туда, уже никогда не возвращается в материальный мир. Подтверждение тому есть в Бхагавадгите 4.9 «Актадыхам пунарджан манай тимам эти сарджана». В материальном отношении все живые существа смертны, смерть неизбежна. Но карми, гьяни и йоги после смерти возвращаются в материальный мир. Тогда как с бхактами этого не происходит. Разумеется, если бхакта
не достиг совершенства, он снова родится в материальном мире. Но в очень благоприятных условиях, или в богатой семье, или в семье самых чистых браманов. Шучинам Шриматам Гехе. И рождается он там для того, чтобы завершить свой путь и развить в себе духовное сознание. Также те же, кто уже обрел сознание Кришны и избавился от всех материальных желаний, отправляются в обитель Верховной Личности Бога. То же самое говорится и здесь. Тот, кто вернулся домой к Богу, никогда больше не рождается в материальном мире. Конец комментария. Омагина Тимирангаса, Гинанджана, Шалакая, Чакшур, Милитанина, Тасмай, Шигуравай, Намаха, Шичайтанья, Мановиштан, Спатитанья, Набутали, Свая, Рупа, Кадамахиам, Дадати, Свая, Падандикам. Ванча Калпетару, Вешча, Крипа, Синбэвача, Патитана, Паванайпхю, Вайшна, Вейка, Намунама. Джайси Кришна, Чайтанья, Прабуни, Тянанда, Ши Адвайта, Гададхар, Шива, Сади, Гаур, Бхактавринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намасте, Гурудевая, Сарва Сиди Прадхамя, Сарва Мангала Рупая, Сарва Нанда Видамя, Шигуро Прамананде, Примананда Пала Прадхав, Раджананда Прадхана, Савайя Манья Джая, Нитянанда Гамнауми, Сарва Нанда Карам Парам, Харинама Прададевама Вадута Шараманим, Намамаха Ваданьяя Кришна, Према Прадаите, Кришна, Кришна, Чайтанам Негурат Вишанама. Нилачалани Васая, Нитяя Параматмане, Балабадра Субадрам Ща, Шиджиганат Хайте, Намаха, Намам Вишну Падая, Кришна, Пришна, Патали, Шимати, Прапа Вишну, Прабудхи, Намини. Дадати Бхагавата Там, Нищайна, Вайнача, Прапада Ся, Преиста, Свами, Мигуру Падашая. Намам Вишну Падая, Кришна, Пришна, Бхатали, Шимати, Бхакти, Виданта, с вами идите на мне. Увидев, что обитель Господа Вишну пуста, Хираньякашипу бросился на поиски Господа. Разгневанный тем, что не может увидеть Господа Вишну, он громко закричал и стал искать его по всей вселенной. Он обыскал всю землю и высшие планеты, всю землю и высшие планеты, обошел все стороны света, пещеры, моря, океаны. Однако при всей своей несравненной доблести Хираньякашипу нигде не нашел Вишну. Не сумев увидеть его, Хираньякашипу сказал: «Я обыскал всю вселенную, но так и не нашел Вишну, убившего моего брата. Судя по всему, он удалился в то место, откуда не возвращается. Иначе говоря, он, наверное, мертв». Хари Кришна. Итак, Хираньякашипу был под большим впечатлением от того, что потерял своего брата. Его, конечно, как демона, одолевала злоба и ненависть по отношению к Верховной Личности Бога, потому что он услышал, что его брата убил Господь Вишну. Мы знаем, что Хираньякша, кичившись своей силой, путешествовал по всей вселенной и доставлял беспокойство многим живым существам, включая полубогов. И полубоги не могли с ним ничего сделать, потому что настолько он был могущественный. И однажды он своими могучими руками, своим большой силой начал беспокоить воды непричинного океана Гарбадакина. И вдруг он там встретился с Варуной, полубогом, который управляет стихией воды. И он тоже решил ему бросить вызов. Ну, Варуна сказал: «Знаешь, я уже стар. Я уже не в таком возрасте, чтобы воевать с тобой, с таким молодым и сильным. Поэтому тебе бы хорошо, вот я знаю такого одного противника,
Господа Вишну, который сможет с тобой сразиться, удовлетворить твою потребность в наслаждении своей безграничной силой. И мы знаем, произошла эта битва. Вараха, который Варахадев, образ которого принял Господь Вишну, убил Хираньякшу. И здесь описывается немножко эта история. Хираньякашипу, который узнал об этом, пришел в беспокойство. И как обычные демонические личности, не понимая природы Верховной Личности Бога, мы знаем, что Господь приходит, как это, Бхагунам Джанманам Анте и Гьянавамам Паддинте, да? Нет. Он приходит в этот мир благодаря своей внутренней энергии. Джанма карма чимадивям, ивам ювити татватага. Благодаря своей внутренней энергии, 4-6, забыл. Читася хидрвам ретюр дурмаджанмам ретасича, тасмата парихарит. Благодаря своей внутренней энергии Господь приходит сюда. И по сути дела, Он может проявиться перед живыми существами, а может этого и не делать. Хотя Господь присутствует во всем, и все связано с Ним, как Он объясняет это. Тем не менее, многие живые существа Его не видят. С одной стороны, Господь делает это, потому что многие живые существа в материальном мире не хотят видеть Бога. Ну, это большая привилегия видеть Бога, понимать Бога, потому что, видя Бога, это означает, что мы начнем многие вещи понимать. Как говорится, что Верховная Личность Бога подобна солнцу. Когда солнце входит, место тьме, оно, тьма исчезает. Если бы живые существа могли видеть Бога, то большинство живых существ, с одной стороны, если были демоническими личностями, очень беспокоились, потому что, как правило, они воспринимают Господа, вот как Хираньякашипу, как своего конкурента. Он говорит, и они пытаются накопить силу, могущество благодаря аскезам, только для того, чтобы сделать вызов или бросить вызов Богу. Так ведут себя демонические личности. Может быть, большинство из невинных и других людей были бы счастливы, как преданных, когда Господь здесь. Они и так счастливы, когда Господь проявляется в этом мире. И они счастливы созерцать Верховную Личность Бога, приходя в святые места и в храмы, где Господь представлен, предстает перед ихним взором в виде арча виграхи. Но когда демоны приходят в храм, они не понимают, что это сам Господь. Они смотрят на это, думают, какие-то куклы стоят, статуи. У них нет понимания. У них нет способности воспринимать Бога, потому что их знание покрыто иллюзией. Их сознание покрыто иллюзией. Поэтому им очень трудно воспринять Кришну, осознать Кришну. Кришна должен открыть себя. Иногда мы обсуждаем тему, где Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что не пытайтесь увидеть Кришну. Хираньякашипу, он все-таки пытался найти, увидеть, он пытался бросить ему вызов. Но Кришна спрятался в его сердце. Когда Кришна об этом говорит, что я спрячусь в его сердце, нужно искать Кришну в первую очередь в своем сердце. Сначала нужно его найти там. Это предварительный этап перед тем, как увидеть Кришну воочию. Мы знаем, постижение Кришны проходит 3 этапа. Брахман, Параматма и Бхагаван. И вот Господь находится и так в нашем сердце. Но проблема в том, что мы его не видим, потому что наш взор не направлен внутрь, наш взор направлен вовне. И мы видим здесь просто какие-то атрибуты, элементы, сочетание каких-то химических элементов в виде зданий, земля, там, вода, огонь, воздух, из которого даже состоит наше тело. Мы смотрим на это и думаем, что вот это и есть. Если это тело, то это есть проявление личности.
А все, что это другое, это неодушевленные какие-то предметы, химические элементы. Так мы воспринимаем этот мир. Но мы не смотрим, мы не можем посмотреть вглубь. Смотреть вглубь себя – это означает внутрь себя, это означает задаться вопросом, а кто я? Кто я, когда мое сознание отличается от внешних факторов? Да, это тяжело понять. Хорошо можно понять, это есть такая это, кладбищенская философия. Когда живые существа приходят на кладбище, хоронят кого-то, и у них проходит просветление. Они смотрят тело, которое... Смотрят на тело, которое, ну, знаете так, неподобающе выглядит. И сразу появляется такое философское навес. Неужели такое происходит? И чего-то в этом теле не хватает. Сознание, которое двигало этим телом, отсутствует. Тело просто становится как простой, там, я не знаю, там, какая-то форма, бездвиженная, еще и причем ужасная. И с каждым днем это тело превращается в... принимает в ужасную форму. Но сознания нету. И тогда у людей начинают думать, что ж такое? Может быть, более разумные подумают, ну я что-то, наверное, отличаюсь. Сознание отличается от этого тела? Сознание-то отличается? И тогда они начинают задумываться, подождите, подождите. Но, честно говоря, Бхагаванам Джанманам Антеги, Навамам Прападите, такие души, махатмы, встречаются очень редко. Обычно люди после того, как они пережили этот момент, они этот стресс в какой-то степени, они его заливают или запивают на этих на поминках, да, или как они это называют, и все. И забывают обо всем. Опять сознание возвращается в телесную концепцию. И даже представить себе о том, что такое, ну, поскорбели чуть-чуть, и все, что вот у нас нет возможности общаться, видеть это тело. Вот нету больше возможности видеть это тело. Ну, это тело и так меняется. Каждый год иногда посмотришь на себя в зеркало, и страшно становится, думаешь, Боже мой, что ж такое? Я же вроде был фотографию там десятилетней давности, смотришь, был же другим. Другой был. Я знаю, что у стариков часто такое будет. Я не понимал, когда заходил там к бабушке там, или где-то, у них завешаны зеркала. Завешивают зеркала. Я думаю, зачем оно это все делает? Потом мне уже объяснили недавно, что они не хотят смотреть на себя в зеркало. Они боятся. Они завешивают зеркала. Это страшно. Страшно, потому что меняется тело. Но Кришна как говорит? На джейте мриятова кадачим на ямбу два бавитова ванабхуих. Аджуни тякшишвата прям на каняте ханьяманы шарире. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала. Не возникает и не возникнет она. Вечно существующая изначально. Она не уничтожается, когда погибает тело. Кришна целую вторую главу Бхагавадгиты просто объясняет нам, что мы являемся не частью этого мира. Наше сознание, наша изначальная природа, душа, она не часть этого мира. Но понять это нелегко. Чтобы понять этот принцип, вчера я общался с одной преданной, мне задали вопрос. И я удивился. Мне спросили, а что значит осознать, что ты душа? Что значит осознавать, что ты душа? И тут тупик. Мы-то знаем, что мы душа. А что значит осознавать, что ты душа? Это сложная вещь. Сложная. Вечером мы с преданными обсуждали болезни.
Вот сейчас вот я здесь нахожусь, потому что преданный, который должен читать был лекцию, заболел. Я, правда, тоже больной, но я ближе живу, ладно. Болезнь, она отвлекает сознание. Мы начинаем думать, о, то болит, тело такое болит. Иногда так смотришь, старики, они уже начинают даже под старость так вот скручиваться, сворачиваться. Сознание отвлекается, вообще не воспринимает этот мир. Такое ощущение, как будто они полностью становятся невосприимчивы к этому миру. Остаются какие-то там небольшие потребности в еде. И все. Уже остальное ничего не ходит. Сознание начинает опять, то оно разворачивалось в деятельности. Потом сознание начинает сужаться, готовит себя к следующей форме жизни. К следующей форме. Чтобы потом опять попасть в утробу матери и начать опять новое развитие, получив новое тело. Так происходит. Так происходит с живыми существами. Хираньякашипу, как очень гордый, и считая себя сильно могущественной личностью, он думал, все, я найду Бога и убью его. Он обошел всю Вселенную, но ничего не увидел. Иногда ученые, как Шрила Прабхупада, всегда говорят, он приводит здесь философию буддизма, это тоже часть философии, это часть науки также. И, по крайней мере, они хоть как-то пытаются изучать потусторонние или как это, не параллельные миры, а какие-то более тонкие миры. Если грубая наука, там, она просто изучает какие-то технологии, то философия, она изучает более тонкие вещи. Благодаря философии можно обрести более тонкое знание. Но как бы мы ни думали, как бы мы ни путешествовали, как бы мы ни изучали эту Вселенную, начиная от ее низших планет до высших планет, мы не найдем Кришну, мы не способны будем его увидеть, если Кришна сам себя не откроет. Для того, чтобы увидеть Кришну, для этого есть метод. И Кришна о нем говорит в Бхагавад-гите. Он все раскрывает постепенно. Он говорит «Бхактятвананяяшака, агамева видгурджану гетундраштумчататвена, правештумчапарантапа». Это 11.54. «Мой дорогой Арджуна, чтобы полностью постичь меня и увидеть в той форме, которую видишь ты, можно благодаря безраздельному преданному служению. Только так». И никак иначе можно постичь тайну моего бытия. Кришна помогает нам, даже давая знания, способность понять Бога и увидеть Его, и общаться с Ним. Хотя мы знаем, что Бхактисиддханта Сарасвати говорил, ну не стремитесь увидеть Бога. Но он имел в виду не в том смысле, что мы знаете, такие как... Пытаемся своими какими-то незначительными действиями привлечь внимание Бога и, знаете, там, я для тебя сделал, теперь ты должен обязательно мне передо мной предстать. Он имел в виду корыстные мотивы, когда мы пытаемся благодаря определенным, даже, может быть, правильным поступкам побудить Кришну играть под нашу или танцевать под нашу дудочку, под наши желания. И Бхактисиддханта Сарасвати, он был против такого желания. Но это не значит, что преданный не хочет видеть прекрасную форму Кришны. Наоборот, они хотят постоянно созерцать эту форму. Мы вот читали недавно седьмую песнь перед этой. Прахлад Махарадж, будучи маленький, он всегда созерцал Господа Говинду в своем уме, в своем сознании. И когда Господь, он его там кормил, игрался с ним, он был маленьким. И когда он исчезал, Прахлад Махарадж начинал плакать и закатывать истерики. И Господу приходилось опять появляться. Когда Друва Махарадж совершал аскезы, и он созерцал Верховную Личность Бога в своем сознании. И потом в какой-то период, когда
полубоги уже обратились к Господу Вишну за помощью, что, потому что могущество Друвы Махараджа стало настолько безграничным, что Вселенная, что они начали задыхаться. Он просто начал дышать так, что вся Вселенная, которая находилась, в которой он находился, она зависела от его дыхания. И полубоги начали задыхаться. И они обратились к Вишну, что с нами происходит. И он сказал, не переживайте, он пристал, Прачина Барха, да? Нет. Какое божество, которое созерцало Друва Махараджа? Прачина Барха. Он пристал, он раз и исчез из ума Друва Махараджа. Друва Махарадж начал подумать, где Господь, которого я только что видел? И открыл глаза и увидел его перед собой. Ту же самую форму, которую он видел перед собой, перед своим сознанием стояла перед ним. Это милость Кришны. Когда у нас есть способность видеть Кришну, это его милость. И мы просто, конечно, у чистого преданного, они хотят очистить себя настолько, свое сознание, только для того, чтобы иметь возможность видеть Господа, чтобы уже основа этого видения была любовь, а не какие-то корыстные мотивы. Вот. Я для тебя сделал, поэтому ты должен что-то сделать для меня. Появись. Мы получаем даршан Кришны в виде божеств. Это означает, что мы учимся. Он стоит здесь постоянно, находится, присутствует здесь постоянно. Но мы приходим для того, чтобы получить эту милость. И насколько мы склонны к таким вещам, чтобы созерцать Кришну постоянно. У нас это все технически. Или так как-то, да? Ну, может быть, кто-то, конечно, под звук раковины, он уже бежит, и у него тхоти там развязываются, знаете, там все выпадает, он бежит с таким вот вниманием, как гопи бежали на встречу с Кришной, чтобы его увидеть. Ну, давайте будем честны, нет уж такого, да? Нету такого еще состояния, чтобы мы так бегали. Потому что у нас еще нету достаточно привязанности к Кришне. Мы ее в процессе развития этой привязанности. И хорошо, что у нас есть возможность такая. Но мы на этом уже пути. Мы двигаемся. Мы двигаемся. И в конце концов, мы потом не будем воспринимать свою жизнь без Кришны. Вообще, без Кришны мы не будем воспринимать свою жизнь. Это как преданные, я чуть позже подключился, они разбирали вопрос. Что для вас сознание Кришны? Что для вас сознание Кришны? Что для нас сознание Кришны? Приятное времяпрепровождение сознания. А может и неприятное. Иногда приятное, иногда неприятное. Когда там кормят просадом, когда не бьют, когда тепло, хорошо. А вот когда надо вставать рано утром, выполнять какие-то обязанности, делать что-то, подчиняться кому-то, вешаем, да, взвешиваем. И вот на каком-то этапе своей жизни какая-то чаша перевесит. Сознание Кришны всегда благоприятно. Все здесь благоприятно. Как это, кто вчера? Нитянанда Прабху. Когда Господь Чайтанья Махапрабху хотел уйти в паломничество, он говорит, мой дорогой Господь, я служу тебе, я делаю для тебя, и независимо от того, что ты, какая моя будет деятельность, что я буду испытывать от этого, или неудовлетворение, или счастье, или горе, или счастье. Я служу тебе. Это моя главная особенность. Я хочу этого, служить тебе. Да, иногда мой ум и мое тело не будет воспринимать служение как радостью. Вот, ну да, рано вставать. Ну, сонное оно, ну тело оно такое. И так вот, чтобы рано встать, это, ну, пока еще нет. Пока мы зависим от этого тела. Это будет до тех пор, пока мы будем зависеть от этого тела. Как только сознание перестает зависеть от этого тела, все. Это тело
уже не будет его настолько сильно беспокоить. У него не будет сна. Кришна называет так Арджуну Гудакешей. Тот, кто победил невежество. Это означает склонности к попадать под влияние гуны невежества будет минимальным. У преданного будет такой вкус, что он просто будет, знаете, он даже будет думать, в конце концов, пик совершенства, который выражают преданные, созерцая Кришну, проявляется в том, что вот там есть несколько стихов, таких два стиха, по-моему, или три даже в Бхагаватам. Один в конце девятой песни и другой в десятой. Яшананам макара кундала чару карна браджат капола субакам савила сахасам нитьот савам нататри пуры дриши бих пибантью нарио нарашча мудитах купитани вешча. Лицо Кришны украшают серьги в виде акул и другие драгоценности. Его уши безупречно прекрасны. Щеки гладкие, а улыбка пленяет каждого. Его образ – это праздник для глаз. Поэтому преданные гневаются на Творца, когда моргание век мешает им беспрепятственно видеть Кришну. Это совершенство, когда человек уже, даже такие маленькие аспекты его жизни, как моргание век, прячет от него Кришну. Это не то, что он там появился на службе и ушел. И он побыл на службе, в общем счете, там на так скрипя умом, он побывал, да, не зубами, а умом. Он побывал на всех службах, а потом пошел и занимается своим делом. Там полежал, там поел, там поговорил, там еще что-нибудь, и все. Ну так обычно, да? Есть стих Карнамрити, когда Кришна, 92 стих из Карнамрити, когда Господь Чайтанья Махапрабху описывает Санатани Госвами прекрасную, он, кстати, вот этот стих, который я прочитал, тоже его упоминает, Чайтанья Чаритамрити, но потом он еще цитирует, Господь Чайтанья, стих из Карнамрити 92. Это удивительный стих. Легко запоминается. Мадхурам, мадхурам, вапурасья вибхор, мадхурам, мадхурам, ваданам, мадхурам, мадну гандхи мриду смитам и тадахо, мадхурам, 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 мадхурам. Тело Господа моего Кришны сладостно, но еще слаще его лицо. Но самое сладкое – это его нежная улыбка, благоухающая, словно мед. Так вот, преданные, когда мы подходим, да, мы видим Господи Чайтанья, Нитьянанду, Джаганат, Баладева, Субхадра, они улыбаются. И как только мы увидим эту улыбку, знаете, нам тяжело видеть грустного человека, когда он страдающий. Мы думаем, что ж такое, беспокойный. Но когда человек спокойный, он всегда улыбается. Одна улыбка даже такого человека, она может нас немножко вдохновить. Просто-напросто. Она убирает у нас много комплексов. Улыбка, когда мы подходим к незнакомому человеку, на кто распространяет книги, он просто что-то ему говорим. Если он начнет просто злиться, мы напрягаемся. Но когда он начинает улыбаться, у нас сразу спадает какое-то, знаете, такое чувство беспокойства. Представьте себе улыбку Кришны. Она благоухает, словно мед. Она нежная. И благоухает, словно мед. Настолько она сладостна. Так что ничего такого нету, чтобы мы можем хотеть увидеть. Даже на самом деле нам нужно. Мы как преданные, мы же хотим общаться с Кришной лично. Хотим служить Кришне лично.
по крайней мере, служить тем, кто связан с ним лично. Это близко. Это означает, что так или иначе мы тоже будем связаны с Кришной. Видеть Кришну, но только нужно видеть его с точки зрения, уже развив в себе определенную привязанность и любовь к Кришне. Тогда мы будем восхищаться Кришной. Поэтому говорит Биламангала Такур, что, и, по-моему, даже Господь Брама, там есть похожие стихи, что я, говорит, бальзамом любви должны быть намазаны наши глазами. Наши глаза. Бальзам любви. И тогда мы сможем по-настоящему наслаждаться или сладостной природой, сладостной формой Господа Кришны. Хари Кришна. Может, какие-то вопросы? О-о-о. Я тоже спросил, знаете, я так начал думать, и если быть честным, осознавать себя душой, я сутки думал над этим, вот, потому что они еще спросили, а какой, скажите с точки зрения вашего опыта. Да, и я, честно говоря, знаете, не знал, что ответить. И не знал, что даже додуматься до этого. Поэтому, к сожалению, я не отвечу на ваш вопрос. Хари Кришна, я так вспомнил чисто на фестивале Нитьянанда Рай Прабху. Я уже не помню источник, он говорил, что осознавшая себя душа – это главных два критерия. У него строгая садхана, баджан, и он слуга вайшнавов, что это главные критерии осознавшей себя души. Так и говорил, насколько вы слуга вайшнавов, настолько вы осознали себя душой. И, да. Теоретически я понимаю многие вещи. Я вам могу рассказывать. Мое ощущение, я сказал о своем ощущении. Хари Кришна. Хари Кришна. Просто хотел поделиться. На днях преданный подошел, спросил, кто для вас Кришна. И, ну, я с Бхагавад-гиты острочил ему, ну, владыка всего сущего, друг всех живых существ. Но он потом ушел, я что-то начал глубже дальше думать. Как-то поверхностно ответил, а в сердце начал думать, что-то вопрос так запал, кто для меня Кришна. Ну, я не нашел ответа. Я не знаю, кто для меня Кришна. Хари Кришна. Мы знаем, кто Кришна, но тоже теоретически мы знаем. Мы слышали об этом. Точно так же, как в Бхагавад-гите говорится, что, ну, есть души, которые осознали, что они душа. Есть люди, которые, души, которые, ну, люди, которые услышали, что они душа. Есть такой Бхагавад-гите стих. В любом случае, даже то знание, которое вера в эту, в определенные вещи, это тоже уже есть определенное семя знания, которое вырастет, даст свой плод потом, и мы придем к осознанию. Точно так же мы осознаем, кто такой Кришна. С точки зрения теоретических вещей мы понимаем, что Он Бог. Он Бог, и мы об этом знали, потому что мы услышали об этом. Как-то однажды Шрила Прабхупада спросил у своих учеников, а почему вы думаете, что Кришна – это Бог? Он говорит, ну, потому что вот вы об этом сказали. Он говорит, так я старый человек. Я же могу сказать все, что угодно, а вы мне просто верите. Говорит, ну, и он там не начали перечислять, сказать, ну, об этом сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, и говорит, об этом говорит Священное Писание, что он выходит. Вот это да. Мы просто до какого-то момента, до того, как мы осознали Кришну, или как, мы просто основываемся на Священном Писании. Поэтому, когда мы говорим в соответствии с Священными Писаниями, Кришна – это Бог, это наше понимание.
Это наше понимание в виде веры. Но эта вера потом разовьется, и тогда она приведет нас к тому, что мы непосредственно увидим Кришну. Поэтому мы говорим правильные вещи, но у нас должна быть вера. Так что вы правильно сказали, ничего страшного, что Кришна – это Бог. Точно так же и по душе. Мы, когда будем действовать, есть один метод, способ, с помощью которого мы можем быстро осознать, что мы душа. Это преданное служение. Потому что преданное служение и понимание, что вера в то, что Господь Кришна – это Верховная Личность Бога, и наши отношения основаны на этом, приведут нас к тому, что мы осознаем, что мы душа. И вместе с этим осознанием придут определенные ощущения. Или другими словами, у нас будет определенный опыт, понимание, что такое душа. Мы вчера обсуждали по поводу этих болезней. Говорю, да, вот я больной. Но причем, говорю, но все равно, несмотря на то, что мое тело болит и причиняет мне беспокойство, и чем больше лет мне будет, тем больше оно будет причинять мне беспокойство. Но я не хочу, чтобы эта боль отвлекала меня от сознания Кришны. Тогда я должен научиться преодолевать эту боль. А я и не смогу ее преодолевать до того момента, если я буду себя отождествлять с этим телом. Поэтому я говорю, вот тогда сказал, вы думаете об этом теле постоянно, а не думаете о душе, не думаете о Кришне. И боль заставляет нас это делать, какие-то болезни. Мы постоянно думаем об этом теле. В конце концов, к чему мы придем? Получим другое тело? Легко. Легко. Думать о Кришне легко. Но иногда трудности, они могут нам как бы помогать, насколько наше сознание, потому что смерть – это нелегкая вещь. Смерть – это разрыв полностью многих вещей. Мы должны быть готовы. Антенна райных смерти, то есть высшее совершенство, к которому мы должны прийти, это помнить о Кришне. Момент смерти. И вот эти вещи нас учат. Неблагоприятно, это двойственность этого мира, и хорошее. И с той точки зрения мы должны не зацикливаться на хорошем, что со мной происходит, и на плохом. Но когда мы сосредотачиваемся на Кришне, если мы этому учимся, однажды, это было в начале сознания Кришны, я только узнал о сознании Кришны и был очень вдохновлен, но подрался, и мне выбили зуб. Я пришел к врачу, женщина такая, говорит, ну я зубы не рву, я говорю, слушайте, у меня так болит, давайте, говорит, ну давай попробуем. Она схватила эти щипцы, как начала мне тянуть, и я такой, так больно все было, еще тогда, еще такие времена. Я уже начал Кришна, Кришна кричать. И вот тот момент, когда я начал повторять Кришна, это со мной такой опыт был. Это был опыт моих еще даже в храм не пришел жить. Ну, то есть это было еще. А у меня сразу прошла боль. Я такой даже удивился. Неужели Кришна вот так вот? Ты сегодня вспоминаешь? Проходит боль. Я был тогда поражен. Я ходил по впечатлениям очень где-то месяц. Но так произошло. Иногда наше сознание так и действует. Йога такова система. Кто-то обжигался. Кто там говорят, ранения получают. Да? Кто получает ранения, они даже не знают, получили они ранения или нет. Они не думают об этом. А потом начинают обсматривать себя, оказывается, ранения есть. Так происходит кто?
когда наше сознание отвязано от этого тела, оно не воспринимается, зациклено на чем-то другом. Но когда мы думаем о Кришне, поэтому мы этому учимся. Вот для чего нужно постоянно думать о Кришне и никогда о нем не забывать. Тогда наше сознание будет, по сути дела, отождествлять себя с душой. То есть мы будем тогда ощущать себя душой. Но что происходит? Мы что-то делаем, потом отвлекаемся и живем на уровне тела. Спим, едим, общаемся. Все это делаем на уровне тела. Конечно, мы не сможем тогда отождествить себя или понять, что мы душа. И у нас это будет тело, так как мы живем на таком уровне, будет болеть и причинять нам беспокойство. Но даже это препятствие, я уже там немножко больше скажу, это вчера спринял, даже это препятствие, как я. Я помню, я пуджарил, и когда мало пуджари было, у меня 40 температура. Вот 40 градусов температура, тебя вот так вот колотит, и тебе надо совершать пуджу. И никого нет. И никого нет. Ну а что делать? Ты идешь, такой, знаешь, там, молишься Кришне, заползаешь в алтарь, все расставь, все делаешь. И уже под конец ты такой думаешь, так слушай, ты даже и не болел. Такое ощущение, как будто ты как огурчик вышел, так неужели мне все хорошо? Да. Это не один из этих. Так, иногда мы сознание, когда наше сознание, болезнь, это тоже препятствие, которое нам создает тело и материальная энергия. Но как мы преодолеваем препятствия? По милости Кришны. И если мы сосредоточены на Кришне, то это препятствие, мы же молимся Нарасимхадеву, устрани препятствия в преданном служении. И если мы искренни и сосредоточены, это препятствие уйдет. Но иногда нам болеть выгодно, потому что много внимания больному человеку. Еще есть какие-то еще вопросы? Хари Кришна, преданные. Не буду вас мучить. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай.